Всем привет! Перед нами растение имбирь, которое выросло в домашних условиях. Этому растению где-то 2,5 месяца. Все те, кто следит за видео на моем канале, знают, что это растение мы посадили в начале ноября. И где-то через 20 дней и оно дало всходы. Те, кто еще не видел эти видео, я оставлю ссылочку под видео. И вы можете ознакомиться, если заинтересуетесь. А сейчас я предлагаю вам более внимательно посмотреть на это растение, полюбоваться им. И еще хочу сказать о том, какие моменты надо учесть, если вы захотите также посадить это растение. Ну вот, с тех своих видео я подробно рассказывала, как посадить имбирь, как за ним ухаживать, когда появились всходы. Ну, вот один нюанс. Если вы будете сажать имбирь, то горшочек возьмите побольше. Вы посмотрите, горшочек у меня, в общем-то, не такой большой, а растение выросло на славу. Вон, видите, какое большое? Ну, наверное, 60 сантиметров. Вот где-то так, может быть, даже чуть больше. И для того, чтобы корешки имбиря разрастались и давали нам хороший урожай, будет лучше, если горшочек будет попросторней. Также хочу напомнить, что наилучшее время для посадки имбиря – это начало февраля. Так что самое время позаботиться о том, чтобы приобрести корешочки, посадить и всегда быть с урожаем. Так как вот мой имбирь рос немного в неблагоприятных условиях, то я ему создавала искусственное освещение. Подсвечивала его фитолампой, чтобы он смог благополучно вырасти. А если вы посадите его в начале февраля, то, соответственно, световой день будет уже длиннее, и подсветка не понадобится. Уход за ним сразу станет проще, уже без дополнительных подсветок. Вот посмотрите, стебли у имбиря, сейчас поближе рассмотрим, такие вот прямые, без междоузлей таких вот конкретных, вот просто продолжаются, постепенно образуя листочек за листочком. Вот и дальше он еще планирует расти. Ну, вышло всего 2 побега. Они были такие самые активные точки роста, если вы посмотрите в предыдущих видео. Вот. И они вот больше побегов не дают. Ну, возможно, со временем будут и побеги. Вот такой красавец у меня получился. Все, кто заинтересуется, смотрите предыдущие видео. Удачи вам в посадке имбиря. Сажайте. Радуйтесь такой красоте. Ну, а я думаю, что мой имбирь продолжит свой рост. Напомню, вегетационный период составляет где-то 9 месяцев с момента посадки до сбора урожая. Единственное, я думаю, что немного позже, к весне, или пересажу его в горшок побольше, или посажу на даче в открытый грунт. И где-то уже в июле будем собирать урожай. Когда буду пересаживать, то сниму об этом видео и поделюсь с вами. Ну а сейчас пока-пока. Всем, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Будет еще очень много интересного. Пока-пока, удачи вам!